Ну здравствуй, наш дорогой любитель батрепов. Сегодня мы расскажем вам о сече ратной из этой книжки, а именно миссии «Отголоски войны. Последний шаг назад». Эта миссия когда-то печаталась в одном из White Dwarf'ов и сегодня включена в фанатами переведенную версию книжки Astra Militarum. Вот наша миссия. Единственное, что отделяет силы хаоса от абсолютной победы над троном забытой планеты Бесана, тонкая оборонительная линия кадийских белощитников. Все попытки главного командования переломить ход войны пошли прахом, и отважные силы Astra Militarum отступают, преследуемые по пятам ордами культистов Люция Анкора. Но надежда все еще живет, ведь на хребте Инкардии доблестный майор Люка со своими новобранцами организовал защитные позиции. Их укрепление и гида перекрыли труднопроходимый участок горной дороги в том месте, где она поднимается из длинной суши и сворачивает к достаточно простой дороге на звездный порт. Гвардейцам уже идут на выручку подкрепления, и если смелые кадеты Люки продержатся достаточно долго, поражение еще удастся превратить в победу. Но неистовая орда хаоситов все ближе, неистовые бури заглушают вокс-связь, и положение выглядит отчаянным. Теперь лишь вера в императора и честная сталь смогут помочь юным кадийцам сдержать врага. В этой миссии армия Кадии ограничена 500 очков и включает в себя командное отделение роты с мастером артиллерии и расчет лазерной пушки. Они находятся на борту БМП Химера. Также есть два отряда призывников по 25 человек, которые, по правилам миссии, берутся без пехотного взвода. И их всех прикрывает Лемон Рус Батл Танк. Также линии обороны Эгида даются бесплатно. Силы космодесанта Хаоса в два раза превосходят гвардейские и состоят из трех обязательных отрядов культистов. Лендрейдера с берсеркерами Кхорна внутри и танка Хищника. Также ведет их всех в бой колдун Хаоса на мотоцикле в окружении свиты из павнов. Поле боя ограничено с боков непроходимым ландшафтом по 12 дюймов со стороны. Гвардейцы занимают свои позиции в 18 дюймов со своего узкого края стола и будут ходить первыми. Хаос же выставляется в 24 дюймов, однако он зажат с боков непроходимым ландшафтом. В этой миссии действуют следующие специальные правила. Бронебойные снаряды. Перед стрельбой из боевой пушки танка Лемон Рус игрок за Кадию может объявить, что он пробует загрузить бронебойные снаряды. Для этого он должен кинуть D6. При выпадании 2+, боевая единица на время атаки считает свою пушку за боевую пушку Покоритель. При выпадении единицы из боевой пушки в текущем ходе стрелять нельзя. Рудная пурга. Игрок за Кадию кидает D6 в начале каждого своего хода. На 1-2 проносится рудная пурга, и для начала следующего хода игрока за Кадию действует без правила ночной бой. В дополнение, пока бушует рудная пурга, любой провал теста на лидерство, проходимый для усвоения приказа, считается за некомпетентное руководство, независимо от результата броска. Упрямое командование. Все модели в армии игрока за Кадию могут использовать показатели лидерства майора Люки. Если майор Люка удален как потеря, большего показателя лидерства использовать нельзя. Длинная суша. Участки, помеченные на карте как длинная суша, считаются за непроходимый ландшафт для всех моделей, кроме скиммеров, летательных аппаратов и летающих монстров. Первый ход гвардии танк выкинул по своему этому спецправилу, поменял пушку, стрелял, предатор попал, не пробил, командник из ласки даже не попал, только стрелял в танчик хаситов. Первый ход ХСМ, подъехали, подбежали, техника, и лендрейдер, и предатор стреляли в командную химеру, значит, кто-то не попал, кто-то не пробил, и от кого-то откинули ковер за забор, за камуфляжную сеть,
И плюс еще ночь. Это было несложно. Второй ход гвардейцев. Значит, по набегавшим сполнам Химера открыла огонь, но не нанесла им урона. Значит, начинка увидела с пушки. Стреляла в предатор, сняла ему один холпоинт. Глэнс был. И танк снова прокинул свою замену орудия. Но попал, но на единице на пробитие ничего не сделал предатору. Остальные стоят, смотрят через забор на набегающих культей и дрыщут. Значит, на второй ход хаоса в тылу упал один облицератор. Пытался из мультимельта жарить по химере, но нас спас каверсейф. Наши гвардейцы прикрыли нас своими тушками и сбили прицел. Значит, танчики хаоситские тоже продолжают безрезультатно долбиться в химеру. Все остальные шобла из культей движется сзади, ничего не делает. Под прикрытием брони. Да, спавны с магом подбежали ближе. Маг пшикнул какой-то своей магией в отряд конскриптов. Троих в огненном шторме унесло. Огромные потери. Третий ход гвардии. Значит, под приказами дополнительного выстрела из Афгана практически вся толпа конскриптов лупила по облицератору, сняла ему только одну рану. Значит, химера развернулась из своих орудий туда же, рану сняла, но был откинут героический филнупейн. Значит, начинка, командник, стрельнул мастер материи, наконец-то таки попал в предатор, но он сместился и убрал шестерых культей. Потом танк снова выкинул положительный результат на замене орудия, стрелял в предатор, как всегда попал и по классике не пробил. Ход хаоса. Облитератор при поддержке предатора и лендрейдера все-таки доковырял командную химеру, не смог ее взорвать, но все-таки они ее сломали. Значит, командник высадился. Маг хаоса кастил заклинание, но было отдинайно. Культисты продолжают приближаться. Вместо стрельбы немножко еще подбежали. Четвертый ход гвардии. Значит, этот отряд конскриптов под приказом на дополнительный выстрел да убивал этого облицератора. Второй приказ командник применил на себя, на убийство техники. Значит, но не попал предатор. Вторая пачка культистов выставлена из Лазгана, сняла две вунды с одного из павнов. Танк, значит, тоже пытался с основного своего обычного орудия снять что-нибудь хотя бы со спавнов, но шаблон сместился далеко и никому не навредил. И от мастера артиллерии снова легко тонку шаблон улетел куда-то далеко. Четвертый ход хаоса. Техника хаоса стреляла по лимонрасу, но безрезультатно. Культисты, как всегда, бегут сзади. Павны почаржили конскриптов, где-то убили пятерых примерно призывников. Однако эти прокинули льда, стоят, дальше сдаются. Пятый ход гвардии. Значит, целое пятно призывников немного подвинулось ближе к забору. Постреляло, убило двух культистов. Танк снова смог использовать свои специальные патроны. Стрелял по лендрейдеру безрезультатно. То же самое командник под приказом под танкхантингом из ласки и из мастера артиллерии. То же самое из ласки не пробил и с орбитальной бомбардировкой шаблон улетел в пустоту. Значит, здесь в этом ХТХ смогли снять еще одну винду с одного из отродий, в ответ потеряли четверых. И снова, благодаря спецправилам миссии, что мы можем использовать ледак нашего варлорда, стоим. Пятый ход хаоса. Значит, все подбежали, кто мог поближе. Лендрейдер подъехал, высадил
барсуков. Значит, эти бравые парни убили что-то порядка 8 гвардейцев. Но те снова, благодаря близкому соседству с командником, прокинули беда. Зато во второй ХТХ спавны добили оставшихся там конскриптов. Культисты все просто подбежали, без толку бегают, понемножку умирают, и все. Вандерет еще пытался из ласки попасть в лимончика нашего, но ничего не вышло. И на броске на продолжение у нас выпала единичка. Соответственно, на этом миссия заканчивается. Победа гвардейцев, так они смогли героически продержаться до конца. Вот таким несколько скучным получилось это противостояние. Возможно, этому виной немного не оптимизированный для этой миссии ростер хаоситов, однако мы старались специально не брать никакого павера. Также свое дело сыграло завершение миссии после пятого хода. Но мы опять же честно кинули кубик и согласились с его результатом. Но все равно мы хорошо провели время и главное гвардейцы выстояли, чему лично я рад. На этом все. Спасибо за просмотр, играйте разные сюжеты и не скучайте. Пока.